утром ясная погода, и мне это очень нравится. Так выглядит моя ночевка. Сейчас у меня время завтрака. Хорошо, что у меня здесь есть прям родничок рядом. Что чай у меня родниковый. Все как положено. Сейчас будем греть себе. Ну вот и закончилась жара. И началась прохлада. Ночью спать было свежо. Собрался. Оделся иначе. Правда, штаны не надел. Ну, думаю, что справлюсь на 4000 с прохладой, если будет такое солнце. До Ла-Паса осталось 50 километров. Километров 35-40 подъема. Потом маленький спуск. И все, и мы приехали. И вот уже сделаю себе отдых. И снова выше 4 уже. Холодно. Перевал был почти 4,5, и вот пошла дорога вниз. Опять ламы, альпаки пасутся, деревьев нету. Все прям привычно и очень холодно. Я пожалел, что я не надел штаны. Вот, но руки все замерзло. Сейчас очень скоренько спущусь на 4, ну, на 4000. Это там, где находится Ла-Пас город. До него осталось 18. Ну да, где-то 18 километров, даже меньше. 17. И будет хорошо. А вот и Ла-Пас. Первое впечатление от Ла-Паса очень даже хорошее. Да что ж такое? Что ж он весь такой чистый? Город Ла-Пас. Канатная дорога. Небольшой такой балкон. Мы его сейчас закроем. Я живу пока вот здесь. Здесь живут другие люди. Это мой хостел. Одна ночь здесь стоит $5. Есть дороже номера. Это там, где меньшее количество кровати. Там, где одноярусные кровати. Но здесь у меня надо мной никто не спит. Возле каждой кровати есть розетки. Вон, сбоку висит, вот еще, вон, да, тут везде висит. Это удобно. Что у нас здесь интересного? Коридор, тут, чтобы не заблудиться. Сейчас. Столовая, утром завтрак, в бильярд можно поиграть. Лестница. Можно поиграть в настольный футбол, настольный теннис. Там стоит мой велосипед. Это центральная площадь Мария, одна из. Напоминаю, экскурсия спонтанна, я на самом деле иду по делам и вот встречаю какие-то вещи и снимаю их. А вот друг.
другая достопримечательность Ла-Паса – канатная дорога в виде общественного транспорта. Так, сперва билет купить. Вся трасса идет без остановок. При этом высадка и посадка пассажиров идет замедленно. Так, надеюсь, никто ко мне не подсядет. О, супер, никто не подсел. Нет, не садись, мужик, не садись. Фух, все, молодец. Пошли. Все, полетели. За $0.5 ты вот можешь покататься в Ла-Пасе на канатной дороге. В центре, я думаю, просто у нее не совсем удобная схема, не во все места, которые мне надо были, я мог попасть на канатной дороге, вот приходилось пользоваться маршрутками. В городе, там, где большие пробки, то я завистью смотрел на проходящие по воздуху кабинки канатной дороги. Это следующая моя линия, которая меня поднимет уже на самый верхний район города Ла-Пас, который вот уже является выше 4000 метров над уровнем моря и который считается рекордсменом в мире среди столиц. Канатная дорога – это да, глаз не оторвать. При этом вон уходит другая линия, снизу видно еще другие линии. Ощущение футуристическое. Я где-то в будущем в городе. Отдохнул в Ла-Пасе более чем, поделал почти все дела и теперь выезжаю. Интересно, город Ла-Пас находится в кратере потухшего вулкана давным-давно. И, соответственно, чтобы отсюда выехать, мне надо набрать высоту. Перепад центра и самого верхнего района, как раз там, где идет моя дорога, 400 метров. 3600 здесь и чуть выше 4 там. Благо, что здесь есть канатная дорога. И туда можно с велосипедом, я вчера спросил. За него надо будет заплатить. И можно ехать. Хотел сказать, велосипед еще не летал, вспомнил, сколько он раз же летал. Так что да, он уже бывалый. Я поднимаюсь на самый верх из кратера. И уже на ту сторону уеду. Вот конечная остановка, а вот трасса, уходящая из города и ведущая меня на юг.
солнце садится. Я уже скоро планирую. Стоп. Планирую поселок через 5 километров. Потому что до этого у меня не представилась возможность. Ну, вот последних тут 50 километров. Ничего не было. Высота у меня сейчас 3950. И уже все видно. Деревьев нету, только кустики и трава. Здесь у меня на маршруте будет встреча с вулканом. На картинках в интернете он изображен с заснеженной вершиной. Я уже, в принципе, вижу. Ну и дальше решил уже ехать по тропам напрямик к Салар де Уюни. До вулкана я доберусь завтра. Камера, наверное, его не берет. Он прямо чуть-чуть правее по горизонту. А у меня спуск, вот на котором сейчас можно смело, не крутя педали, набирать скорость. 28, 29, 30, 31. Ну, сейчас он разгонится. 35. 40. Уже дальше идет 66, приятно вот с горочки 67. Иногда на велосипеде можно вот прям напрямую по тропинкам пешеходным, по звериным следам. Хочу поставить сегодня палатку поближе к реке. В принципе, нормальное место. Все вогкое. Догадываюсь, что каждую ночь здесь идут дожди. Вот интересно. Идут пресные дожди. Течет пресная река, а на грунте выделяется соль. Точно соль, потому что я ее попробовал. Взял вот так вот пальцем. Раз, раз, раз. И... Ну, соль. Откуда? Хотя до Солончаков еще километров 300. Все, палатка собрана. Тихо, спокойно. Ночь была, конечно, свежая. Вот, но обожаю утро за то, что можно открыть палатку и заново удивиться тому месту, где я поставил палатку уже почти в темноте. Так. Ух, я так близко палатку, оказывается, поставил. Велосипед на месте, штатив на месте. 9 утра, а солнце припекает. Да, 9 утра немножко проспал, переспал. Вчера что-то много проехал, 150 километров, и прям сегодня чувствую гриппатура. Хотя плюс-минус дорога была ровная. До боли знакомый процесс. Завтрак, конечно, так себе. Вермишель быстрого приготовления и 2 яйца. Планировал. Но думаю, что если пойдет аппетит, то съем все 4. На обед у меня остались макароны и 1 рыбная консерва. И все. Это все мои продуктовые запасы. Но у меня еще сегодня и завтра по маршруту есть. Дальше будут уже нормальные поселки крупные. Это вчера
Вот заехал в такое место не очень, только печеньки смог купить. Дальше будут покрупнее, ну и там я обязательно уже закуплюсь побольше и консерв, наверное, еще, может, риса куплю. Предполагаю, что у меня будет этап, где я буду питаться только своей кухней. Теперь надо понять, как отсюда выйти на трассу. Что-то все тропинки потерял я. Где находится трасса, я вижу, но как туда доехать? Ладно, пробуем на пролом через кусты. Дорога становится все интереснее. Это лучше я не проеду. Что делать в высокогорных Андах, когда крутишь педали и скучно монотонно по дороге? Правильно, бегать за ламами. Ламы, вы же домашние. Чего вы боитесь людей? Я не хочу бегать за ними. Но странные животные. Ой, колючки. Домашние, а меня боятся. Я, конечно, да. Это сдачи. Угу, gracias. Ну и попросил его набрать воды. Пока продуктов хватит. Одну консерву взял, плюс одна у меня есть там с брынза. Ничего так. Мне нравятся другие, конечно. Вкуснее, мне нравится. Сладкого купил. А вот и он, вулкан. До него осталось 30 километров. Рядом тоже немаленькие вершины. Надеюсь, пока я доеду эти 30 километров, тот дождь на горизонте уйдет. Может, и облака рассеются. Сейчас высота уже 4200 метров, а при этом температура 20 градусов. И солнца нет, оно за облаками. Но я прям чувствую, как оно через облака жжет. Ну, я уже наученный, панамку не снимаю, длинный рукав тоже. Едешь на высоте 4200, думаешь, ну я уже и так высоко, что может быть выше? И тут прямо перед глазами такая машина открывается.
вот он и открылся во всей своей красе. Вулкан Сахама. 6542 метра от уровня моря. Наконец-то ровно. Очень хорошие места, чтобы ставить палатку. Прям вообще между кустиками. Песок ровненький. Все, палатка установлена, прохладненько, зато бодрячком. Красавец вулкан мне все-таки открывается. Я так и знал, что он человек, что он, у него есть совесть. Солнце красиво садится, вот если бы еще не облака, было бы вообще великолепно. Но сезон дождей, поэтому по-другому быть не может. Слава богу, именно здесь дождь не идет, хотя иногда там пару капелек капает вот от всего этого. Установка палатки – это такое дело очень субъективное. У каждого есть какие-то свои заморочки. Ага, здесь ламы паслись, ну, сразу видно. Ламы, кстати, тоже чувствуют хорошее место. Вот если они здесь выбрали, значит, здесь хорошая энергетика. Я тоже почувствовал, что здесь хорошая энергетика, поставил. Благо, что здесь. Ночью я мог и там поставить, я такой. Почему я так поставил? Потому что ветер с этой стороны дует, а у меня как раз здесь вентиляция. Будет меня задувать, и меньше будет собираться конденсат. Ну, замерзнуть я точно не замерзну, я в спальнику кутаюсь и буду спать. В крайнем случае, закрою эту вентиляцию. Ну, как так вулкан красиво открылся.